но не помогайте друг другу в грехе и вражде. Я свидетельствую, что божества, кроме одного единственного Аллаха, у которого нет товарища. И свидетельствую, что наш, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник. Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем... Общественная солидарность – это благородная человеческая ценность, с помощью которой среди людей преобладают согласие и сострадание, и при которой достигается стабильность и сплоченность Родины. Так, развитые общества взаимосвязаны, сотрудничают друг с другом и поддерживают друг друга – посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал своей любви, милосердии и сочувствии по отношению друг к другу, верующий подобно единому телу. Когда одно из частей его поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и горячкой. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал, поистине в отношениях друг с другом верующий подобный строению – отдельные части которого укрепляют друг друга. И сказав это, он переплел между собой пальцы своих рук. Поэт нарисовал, «О, дети мои, не разлучайтесь и будьте едины». Если когда-либо вас постигнет несчастье, копья не ломаются, если соединены, но обязательно ломаются, если разъединены». Исламский шариат поощряет нас проявлять общественную солидарность, призывая нас стараться обогнать друг друга в благочестивых делах, удовлетворяя потребности людей и облегчать их страдания. Придерживаться искреннего братства, щедро раздавать милостыни и сотрудничать в том, что приносит пользу людям. В священном Коране говорится, хайрат. «Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах». وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين استرميتسك برشينو فاشفا غوسبدا إرايوشي رناكاتورا ورابنا نبيسامي زيمليا وغطوفنمو دلابا غبايازنه كاتوري ديالو يبجير تفاوانيا في رادستي إفغوريا

Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, мы даруем великую награду. Наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, тоже сильно подчеркнул важность социальной солидарности и призвал нас ее достичь. Сообщается, что Абу Саидин Худрид, да будет доволен им Аллах, сказал, Однажды, когда мы вместе с пророком, да благословите его Аллах и приветствует, находились в пути, к нам подъехал какой-то человек, сидевший на своей верблюдице, и стал смотреть направо и налево. Увидев это, посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Пусть имеющий лишний верховой животной отдаст его тому, кого его не имеет, и пусть тот, у кого есть лишние припасы, отдаст их тому, у кого их нет». И он упомянул то, что упомянул из видов имущества, перечислив их, пока мы не поняли, что никто из нас не должен иметь ничего лишнего. Посланник Аллаха, да благословит его, Аллах и приветствует, приводит нам самый замечательный пример общественной солидарности, говоря, Поистине, когда у ашаритов возникали затруднения с едой во время военного похода, или когда им не хватало еды для детей в Медине, они складывали все, что у них было, на один кусок ткани, а потом поровну делили собранные между собой, отмеряя каждому его долю одним и тем же сосудом. «Они такие же, как я, а я такой же, как они». Вот почему, во почему эти почтенные люди заслужили похвалу и любовь нашего пророка, пробудив в себе дух сотрудничества и братства, смешанный с добродетелью любви и альтруизма. Бесспорно, удовлетворение потребностей людей является религиозной и национальной добродетелью. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, не уверовал в меня тот, кто заснул сытым, зная о том, что рядом с ним находится голодный сосед. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также сказал, «Сами любимые люди для Аллаха – это самые полезные из них, а самое любимое деяние пред всемогущим и великим Аллахом – это радость, которую ты приносишь мусульманину, помогая ему в беде, или выплачивая за него долг, или утоляя его голод. И поистине, пойти со своим братом-мусульманином по какой-то его нужде, любимый для меня, чем совершить затворничество, и атикав, в этой моей мечети в Медине в течение месяца». И тому, кто вышел со своим братом мусульманином, по какой-то его нужде, и остается с ним, пока он не поможет ему, всем, всем, Всевышний Аллах укрепит его стопы в тот день, когда стопы будут скользить. Вот что я хотел вам сообщить, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение последнему изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до судного дня. Дорогие единоверцы! Несомненно, общественная солидарность является обязанностью в настоящее время, так как люди готовятся, готовятся встретить в эти дни месяц с Рамадан, как щедрого, гостя, несущего добро, благословение, милость и блаженство. И каждый из нас Усердно поклоняется и повинуется Всевышнему Аллаху. Одной из самых обязательных вещей в этот священный месяц является поддержание общественной солидарности, что достигается, когда кормим голодных, одеваем голых и помогаем нуждающимся, чтобы люди могли успокоиться, а их сердца были освобождены для принятия духовений и благословений святого месяца.

والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا مننا ولا اذا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بريچه التي تصرفوет своё имущество на пути Аллаха является притча о зерне из которого выросло семь колосьев и в каждом колосе по сто Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах объемлющий и знающий. Тем, кто расходит свое имущество на пути Аллаха и не сопровождает свои пожертвования попреками и оскорблениями, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير يروى الله اي هو в посланника и расходите из того что он дал вам в распоряжение тем же из вас которые уверовали и расходовали уготовлена великая награда передаётся Каждый день, когда раби Аллаха просыпаются утром, с небес обязательно спускаются два ангела, один, один из которых говорит, о, Аллах, возмести расходующему свои средства, а другой говорит, о, Аллах, приведи скупого гибели. О, Аллах, обереги нашу страну Египет и все страны мира. Ассаляму алейкум, рахматуллахи ва